Дорогие друзья, давайте сегодня соберем легкий и вкусный салатик. Для этого нам потребуется баночка консервированной кукурузы, 150 грамм пекинской капусты. Капусту, если нет пекинской, можете взять любую белокочанную, только ее немножко помять. Дальше, 2 небольших огурца средней величины, либо один большой. И 2 отваренных вкрутую яйца. Теперь для нашей заправки мы возьмем немножко лука, примерно где-то 1/3 головки средней величины. Немножко посолим наш салатик, поперчим и все заправим либо диетическим майонезом, либо майонез и сметана 1:1. Примерно нам нужно 3 ложки. Салат очень легкий и вкусный. Все, тщательно перемешиваем. Пока-пока. Салатик все, наш готов. Ну а также хотела сказать, не забывайте кушать каждый день орешки. Они улучшают мозговую способность, а также наполняют организм витаминами. Пока-пока. Будьте здоровы!